Всем привет! Сегодня у нас легкий и простой макияж. Начнем. Основа. Марку не помню. Наносим пальцами. Хорошо размазываем так. Вот, да, по лбу, вон, да. Вот, так, затем основа уже с цветом, вторая. Надо выбелить синяки под глазами. У меня они небольшие, но тем не менее, в общем, если у вас большие, надо побольше. Ну, это как бы каждый сам себе решает. Основа номер 3. Наносим, да, на щеки, на лоб. Размазываем. Вот такая мочалка у меня, вот мочалочкой. Можно, наверное, пальцами, но это как бы, опять же, кому как нравится. У меня еще когда-то была такая яйцеобразная мочалка на розового цвета, но она, видно, закончилась. Ну, в общем, это у нас, значит, размазываем его по зеркальцу, потом наносим. Эффекта не особо большого, поэтому, ну, это так, это можно пропустить, но это как бы, а вот, блестит, да. Немножко лучше, теперь оно как-то отбивает свет, видите, да. Наносим это дело на, да, выделить надо косточки и одно плечо. Оно у меня более загорелое, наверное, поэтому, но... Так, это у нас двухцветная палетка Color Pop. Цвет надо... Все зависит от вашего цвета кожи. Вот, у меня посветлее, поэтому я хочу казаться загорелей, поэтому я беру немножко потемнее оттенок. Так, беру пудру, еще более темную. Вот, немножко так наносим ее на кисточку и... Выделяем скулы. Контурирование, это контурирование. Вот, для того, чтобы на фотографии оказаться немножко более худой. Также это на любителя. Вот, если у вас косточки плохо видно, можно выделить и их тоже. Так, чуть-чуть, да, берем вот немножко, берем еще пудры или, да, хорошенько так ее так впитываем в кисточку и наносим, видимо, очень таким тонким слоем. Затем приступаем к бровям. Брови — это очень важно, брови важно. Расчесали их так, затем делаем чего-то. Это, наверное, красим их, может, да. Чуть-чуть, а, вот, да, мы немножко их выделяем так палочкой специальной. Опять расчесываем, хорошо, тогда, а вот они немножко темнее, видите, стали чуть-чуть. Теперь берем тушь для бровей. Так, да, хорошо ее так. Так, брови у нас становятся немножко более темные такие, да, вот. Более выделенные. Так, это берем какой-то цвет, наносим его на веки. Наверное, это основа. Так что да, наносите основу перед нанесением макияжа на веки. Вот, на верхние веки. У меня они немного нависшие, но это как бы, то есть у вас они могут другие быть, но процедура абсолютно та же самая. Так, затем наносим пудру на нашу основу. Вот, хорошенько так нанесли, у нас теперь веки более матовые. Теперь наносим немножко более цвет наносим, да, чтобы выделить зоны нашего макияжа, чуть затемнить. Так, хорошенько так растушевываем это дело, чтобы макияж сложился более равномерно. Затем набираем немножко цвета. Вот, в этом случае это у нас чуть рыжеватый такой. Рыжеватый. Я хочу рыжеватый макияж сегодня, поэтому вот у нас будет рыжеватый. Берем вторую кисточку, растушевываем это. Вот, если у вас кисточки уже на этот момент закончились, ничего страшного. Можно пальцами, вот, как я сейчас это делаю. Вот, да, у меня...
наверное, уже закончились кисти к этому моменту, чистые, поэтому сойдет и пальцем. Так, берем чуть-чуть еще, набираем оттенка. В этот я почему-то взяла другой. Наверное, так надо. Ну вот, так что просто повторяйте за мной. Вот, чуть-чуть более темный. Так, теперь под глазами мы набираем немножко блестящего такого оттенка. Ну, в принципе, вот, сейчас же лето, поэтому оно все блестит красиво так. Ну вот, отбивается свет. Ну вот, да, вот видите, как красиво. Так, берем какой-то карандашик. А, берем эту подводку, да, и рисуем красивую стрелочку. Вот. Да, оно очень так разбавляет красиво. Да, видите, какая. Так, теперь берем штуковину такую блестящую, наносим ее. Да, вот, теперь наносим тушь, это очень важно. Важный момент, не пропустите. Хотя потом, в принципе, скорее всего, я буду, да, вот, на себе ресницы наклеивать, поэтому можно и пропустить, наверное, нанесение туши. Ну, это как кому нравится. Так, клеим его, клеим с помощью клея. Я брала специально, но это, опять же, как кто хочет. Теперь вот помада. Помада. Помада относительно светлая. Вот, ну, в принципе, ну, это так. Это можно пропустить, но она очень быстро смазывается, поэтому можно вон просто штуковиной такой розовой намазать, и класс. Теперь вот распускаем волосы вот сюда. Выглядит все вот отлично, класс. Да, все просто и понятно. Надеюсь, вам понравился мой макияж. Так что ставьте лайки, пишите мне комментарии внизу, и всем пока! Пока-пока-пока-пока!